Покупаешь игры и хочешь экономить? Тебе нужна карта Тинькофф All Games. С ней ты будешь получать 5% баллами обратно в Steam, Origin, PC Store, Fortnite, Blizzard и в других игровых сервисах. 2% со всех покупок с фастфуда, а также 1% со всех остальных покупок. Кроме того, твой ник может быть выбит прямо на твоей карте, и все узнают, что ты нагибатор 228. Все мои подписчики, которые оформят карту по ссылке в описании, получат 1000 бонусов на дебетовую карту. 1 балл, 1 рубль. Так что можно будет потратить на игры или электронику и даже донаты. Торопись, акция ограничена. Засмеялся, проиграл. Тест на психику, челлендж. Все. Надо о чем-то грустном подумать. Сиськи. Котик идет. Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Идет, короче. И такой идет. А там дорога. Он идет. Раз, зеленый свет загорается, все люди переходят. И котик тоже такой. Раз. А тут хуяк и красный. Ну, все видят котика, все его пропускают. А дальнобойщик с Казахстана его не видит. Он лес везет. У него зеленый горит, ему до пизды. To be continued. Ну все. Воду набери. А давайте не воду. Блять, чтоб не рекламить. Гомик в деревне или что там. Короче, у меня молоко есть. У меня за водой тут лезть надо. Молочка, ладно? Блять, это будет опасно сейчас. Надо тряпочки какие-нибудь приготовить. Терпение лопнуло. Чувачок! Привет, народ. Слушай, дядь Паш, ты вообще знаешь такие слова, как честь, доблесть, достоинство? Но он не знает ничего. Он просто смотрит и молчит. Дорогой мистер Шерлок Холмс, я актриса и люблю веселые представления. Ваш клиент может быть спокоен. Решил приготовить покушать. Сварил пачку пельменей, открыл. Ну и фигня получилась. Not bad. Now you. Ведь наша жизнь это фристайл, на трубке занята. Возможно, вы уже никто, но желтый светофор. Последний шанс это... Любим мы купаться, спортом заниматься, любим мы в воде играть. Любим мы купаться, спортом заниматься, любим мы в воде играть. Жена разговаривает с тещей. Заебали пиздеть. Причем так громко. Взял, просто на кнопочку нажал. И все. И нет тещи. Заебись. Четко. Thank you.
Magic. Тебе кто-то звонит, и ты пытаешься, разговаривая по телефону, выделываться перед таксистом. Омары. Акции. Офшоры. Тесла. Инстаграм. Куда подъехать? К благотворительной столовой. He only had one summer with the Phillies. There goes a couple of plows demonstrating what I said. Woo! Кругляшками накрошила, нахуй, водой залила, блядь. Приправы добавила, нахуй, чем вот сало там луку обжарила, нахуй. Ну, есть колбаса там или мясо. Что-нибудь такое, нахуй. А! Обжарила, нахуй. И все. Как быстро достать 1000 рублей? Раз показываю. Значит так, это мой борщ, который я наварила властными своими. Видели? Армия России. Что, вода так называется? Что-то... Dude, do you think this coffee is strong? Then you're gonna fall. The worst one is get splintered. Yeah, they look like... V, are you okay? Я сейчас новое молочко наберу. Вот такую херню, вот отвечаю вам, вот один в один. Наблюдал у знакомых. Блять, вот один в один, только это была... Блядская вислоухая кошка, которых я обожаю. Единственные породы кошек, которые я так обожаю, что мне просто они мне ночью, сука, снятся. Вот один в один вот такую же картину наблюдал. Смываешь, а он вылетает, короче, лапой. Понеслась. Сейчас, спасибо, Кайрос, сейчас. Утопил Ниву, приехал за ним кран, утопили кран, блядь. А теперь приехали мы за ним и утопили еще КамАЗ, нахуй. Вообще заебись. Юля. Ааа! 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 Аа
Какую часть часа составляет 20 минут? Одну третью, типа? Треть? Ну, если было 15 минут, это была бы четвертая четверть часа. Правильно. А если мы говорим 20 минут, то это чуть это? Больше. 4 и 1 десятая. Сколько раз мы должны взять 20, чтобы получить 60? У тебя есть? 3,7. Сколько? 3,5. Треть. 20 минут — это 1/3 часа. 20 это 40, и еще 20 это 60. Это видео адресую моим друзьям, которые занимаются автодорогами, возят щебень и так далее. Я нахожусь сейчас в Руанде, где происходит производство щебня. Вот видите, в каких масштабах они делают. Фракция, троечка, пятерочка. Моим друзьям показываю, как это делается вручную. Колят и делают щебень. Юра Шибин с Азаматом Скумертау, Женя Анчугов с Ришатом Гореевым и, конечно, Овик с Нефтекамска. Посмотрите, пожалуйста. Обалдеть. Вон дети говорят, четвертый день долбит здесь. И не улетает, главное. Так вот, значит, всякие эти школы ремонта. И среди выпусков был один, где они делали комнату для 15-летней барышни, школьницы. И знаете, какая фамилия у семейства, для чьей дочери делали ремонт? У них фамилия... Ребят... У них фамилия Сосалкины! У них фамилия Сосалкины! И вот они... Значит, они в придаче говорят: мы делаем комнату для школьницы Сосалкиной! Вы представляете такую фамилию, а? Сосалкина! Какие в школе-то приходится? Сосалкина к доске! Ну, встань за дверь. Встань за дверь.
Стоишь? Да, ну, просунь. Вот. Попробуй пролазить, нет? Держи. Держи. Пролазит, нет? Нет. Не пролазит? Нет. Ну все, короче, держи. И что дальше? Ну все, стой, что? Эй! Эй, куда пошел? Все, стой. Куда пошел? Все, я иду. Пошел. Эй! Давай, давай, все. Forward at all, like once you lean forward, huh? Babe, your sister's on the phone. Hello? Your sister? Hello? Скоро 8 марта. Я вам покажу, как отпраздновать. Пока ваша половинка в сладком ожидании, позаботьтесь о главном блюде. Сделайте этот вечер изысканным. Убедитесь, что ваша половинка довольна, и переходите к следующему шагу. Добавляем чуть-чуть романтики. Натали в Москве пьет шампанское с блестками. Я подам детское. Безалкогольное, Наташ. Главное не замешкаться при даме. Вместо блесток. Я ж снегом могу украсить, Наташ. Красиво, да? Любой провал можно спасти. Конфеты Red без сахара. Великолепие вкуса. Удовольствие без чувства вины. Очень вкусно. Вот это я тебе бриллиантами одарила. Можно мне одну? Можно. Лучше бы я их себе оставила.
Гулять когда ноги отойдут, я ног вообще не чувствую. Так что я вам дам знать, когда у меня пройдет, когда у меня кровушка наконец-таки уйдет с ног, тогда и пойдем гулять. Бля, ну годно. Годно, годно, годно. Слушайте, ну это лайк, темной стороне респект, это прям 100%, прям красава, красава, прям зашло. Хардплей подписаться. Ну что, посмотрел видос? Посмотрел. И лайк поставил. И на канал ты подписался. Красава, удачи, братан. Встретимся в следующем видеоролике.